К большому сожалению, умерла актриса сериала «Каменская» Евгения Брик. В данном сериале она сыграла секретаршу Осипову. Причиной смерти могла стать продолжительная болезнь, артистки которую она скрывала. Накануне жизни ушла Евгения Брик. Актрисе было 40 лет. Об этом сообщилось накануне Катерина Гордеева в личном микроблоге Фейсбука. По ее словам, причиной смерти артистки могла стать продолжительная болезнь, которую она скрывала. Дата и место прощания на данный момент неизвестны. Катерина почтила память Евгении и передала свои глубокие соболезнования родным и близким. Умерла Евгения Брик. Женя – одна из самых красивых, веселых и верящих в жизнь женщина совершенно инопланетной красоты и стального характера. Жень не хотела, чтобы кто-то знал, что она болеет. Думаю, ей было бы неприятно, если бы стали обсуждать подробности. У Жени осталась дочь Зоя, которую она бесконечно любила, муж Валерий Тодоровский, мама и сестра. Им соболезнования и огромное сочувствие и сил, потому что теперь надо будет выучиться жить без Жени. Светлая память, написала журналистка.